Комиссия правительства Тувы по присуждению грантов и премий главы республики совместно с Министерством образования и науки объявляет о начале приема документов молодых ученых до 35 лет для участия в конкурсе. Гранты главы Тувы выделяются для проведения фундаментальных и прикладных научных исследований, имеющих значительную научную новизну, важное значение для социально-экономического развития республики. На конкурс также могут быть представлены работы, рекомендованные научными учреждениями и высшим учебным заведением Тувы. Минобрнауки организует экспертизу представленных на конкурс заявок, планов работ и смет расходов на выполнение научных исследований и передает результаты в комиссию правительства республики, которая проводит конкурс и определяет его победителей. 12 грантополучателей с учетом установленных квот и имеющихся рекомендаций, а также вносит на утверждение правительства Тувы. Размер гранта определяется исходя из расходов на выполнение научных исследований и оплату молодому ученому.